Всем привет! Сегодня хочу показать, как можно сделать из киндера сюрпризов снеговичка на елочку, которую можно будет потом повесить. Или просто украшение. Для этого нам понадобится вот такой вот киндер сюрприз. Кусок белой бумаги креповой. Мы его сворачиваем. Таким вот образом. Вводим поворот и растягиваем. Немножко выравниваем, так чтобы было ровненько. Помещаем сюда киндер. Закручиваем ниточкой. Получилась такая вот заготовочка, верхушечку можно срезать. Сразу уже подумаем о том, как оно потом будет висеть у нас на елочке с помощью вот такой вот проволочки снять. Закручу просто на основу. На кончиках, чтобы была такая петелечка. Теперь оденем нашему снеговичку шапочку. Для этого мы возьмем кусочек бумаги, также креповый. Можно пошить шапочку из ткани, ну, мы воспользуемся бумагой. Зажмем немножко ее два раза, для того, чтобы в будущем это был отворот шапочки. Проклеим клеем. По кругу. Вот такая вот шапочка готова. Теперь вниз немножко растягиваем. Он оделся. Чуть расклеилась, клей не успел высохнуть. Надеваем нашу снеговичку. Thank you.
Также завязываем ниточкой. Немножко можно срезать, у нас получилась большая шапочка высокая. Ниточку можно закрыть с помощью этого остатка бумажечки. Сейчас просто приклеим ее. Небольшой кусочек отрежем. Закроем ниточку. Приклеиваем глазки. У меня вот они уже заготовлены. Ротик вырезан тоже из бумаги. Щечки и носик. Немножко подвинула щечка. И носик. Вот такой основной щек у нас готов. Его можно повесить на елочку или куда-нибудь просто как украшение.